смотрю я телевизор и сижу на своем уютненьком кресле, как вдруг... И я подумал, насколько умна корова. И сейчас мы проведем IQ-тест коровы. Поехали. Тест номер один. Корова всегда ходит за человеком, у которого в руке пшеница. Но если этот человек будет в коробке, три стены будут толстые, а задняя стена будет тонкая. Поехали, что будет делать корова? Она обошла толстые стены и пошла к самой тонкой, чтобы получить пшеницу. 1-0 в пользу коровы. Тест номер два. А сейчас лабиринт. Игрок приманивает пшеницей корову, а сам убегает по правильному пути. Да, корова даже не спешит ничего делать. Она просто стоит в начале лабиринта, она даже отвернулась. Да, что-то у нее не так. И счет 1-1. И сейчас будет финальный раунд. Ну а сейчас финальный уровень. Сможет ли корова рассчитать свой прыжок? Игрок приманивает корову пшеницей, прыгает на платформу, а корова прыгает заранее, когда и прыгнул игрок. И промахивается. К сожалению, корова не прошла этот тест. Ссылка на Discord будет в описании, кто хочет сниматься в видео. Спасибо тем, кто снимал все видео. Всем пока!